Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами еще раз поговорим о правильном выполнении подшага во время прыжка с разбега с двух ног. Разберем еще дополнительные моменты и нюансы. Подшаг – это самый последний шаг перед отталкиванием. Обычно правша его выполняет левой ногой, а левша – правой. Хороший подшаг нам нужен для того, чтобы окончательно аккумулировать и направить весь этот набранный импульс от разбега максимально вертикально. Подшаг мы совершаем таким образом, чтобы у нас была возможность остановиться, мгновенно, резко остановиться после разбега. Подшаг еще называют шаг-удар, потому что за счет этого шага мы не только аккумулируем энергию, но мы еще отталкиваемся от пола. Примерно за 0,2 секунды нога должна аккумулировать вот эту потенциальную энергию и оттолкнуться. Поэтому она должна быть максимально жесткой и упругой. Буду рассматривать на примере правши, когда напрыжка на правую ногу и левая подставляется под шагом. Левая нога ставится перед правой, сразу же на носок и с поворотом вовнутрь. Мы должны с вами упереться этой ногой, чтобы наш импульс направился вверх. Расположение ног перед отталкиванием примерно вот такое. Заносим левую ногу на подшаг дугообразным движением. Движение прям точно такое же, как будто мы хотим пнуть футбольный мяч. Резко ударяем передней частью стопы, тем самым это позволит нам выпрыгнуть вверх. Ошибки при выполнении подшага – это когда вы левую ногу ставите прямо, не разворачиваете ее вовнутрь. То же самое касается и когда вы ставите левую ногу рядом с правой. В обоих случаях у вас не будет стопорящего эффекта, и каждый раз при прыжке вас будет нести вперед. Постарался максимально подробно осветить вам тему подшага. Друзья, обязательно поддержите это видео лайком. Пишите свои вопросы в комментариях, если они у вас остались. И как всегда, любите то, что вы делаете. Тренируйтесь грамотно и тренируйтесь в удовольствие.